В среду Димитровград с рабочим визитом посетил губернатор Ульяновской области. График Сергея Морозова предусматривал с десяток различных встреч, мероприятий и совещаний. В 7 утра глава региона прибыл на площадку, где предполагается строительство нового микрорайона в Сузгороде. Сейчас объект находится в заключительной стадии проектирования. Начало строительства запланировано на сентябрь этого года. Правда, пока непонятно, кто же будет жить в этих домах, кроме неаровских работников. Губернатор предложил рассмотреть возможность приобретения квартир для работников бюджетных организаций. Хорошо, тогда мы на следующей неделе собираемся здесь, всех приглашаем предполагаемых участников, заодно посмотрим возможность по приобретению жилья для работников бюджетной фирмы, если люди говорят. Может, тогда и не будем ничего особо думать, профинансировать сеть.